балбес? Откуда номер узнал? Ты мститель! Серьезное обвинение. Да, это голос мстителя! В первый раз он испугал меня до смерти. Слушай, у меня для тебя кое-что есть интересненькое. Полиция выкидывает очередную партию пушек на улице. Что ты имеешь в виду? Я их прослушивал. Они пушки целыми ящиками продают под прикрытием. Вопрос в том, зачем? И где? И кто? Тобиас. Да, да. Покажу, где проходили сделки. Дальше разберешься сам. Одно условие. Скажешь про меня в своем манифесте. У меня нет манифеста. Будет. Ну что, ты все? И сам справишься. Вроде бы да. Ладно, я понимаю, ты испугалась, все дела. Вовсе нет. Смысл мне оставаться? А смысл тебе уходить? Не лучшая твоя попытка. Мне нужна помощь. Твоя помощь. Команда? Да, команда. Непривычно, наверное. Очень. Так сложно было? Нет. Ну, начнем. Ага. Посмотрим, что у вас там интересного. Айпи точно сюда вел? Да, где-то наверху. Вопрос, как туда попасть? С помощью камер. Где он? Ну, блин, это... Смотри, какую сеть провели. Это не просто уличная банда. Серьезные парни. Ну и крепость. Просто так не просочиться. Баян. Ну и что с того?
Эй, какого черта? Вы недоделанные! Вы что там с лифтом мутите? Покер, четко товарищ! Вы меня вообще слышите, блин? Это из-за вас лифт колбасит! Знаете, о чем я говорю? Два дегенерата! Вас там всего двое! Так что нехер отмазываться! Завязывайте! Только глубже, давай. Блин, а ты куда пялишься? Тоже хочешь? Дуй отсюда! Просто друг друга не надо. Эй, чел, мы просто друг друга не надо. Просто послушай.
Действительно кто-то жив? Скорее, умер. Следишь за мной? Опять следишь за мной? Хочешь чего-то? У меня больше нет ничего. А то, что вон там, твое. Хрен тебе, понял? Чего тебе не имел? Затрахал уже лезть в мою жизнь, урод! Вот. Я проследила айпишник до той комнаты. Электронный замок. Блин. Ключ в жетоне Ирака. Никто тебя не грабанет, чел. Давай боссу трубку. Ну, нужно время. Так чё тормозишь? Бэтбак, тащись сюда! Эй, Палош, откуда я взял? Я просто подумал. Так не пойдет. Помнишь бульдога бабули? Мелкого урода? Тупицу? Всегда прибегал, ты только позови, да? Только еще он вечно ссался везде. Да, да. Сечешь? Ну? Гну, не сечешь. Короче, от тебя одни убытки. Как думаешь, что важнее? Дела или ты? Это мистер Квин. Дела. Куин! Я поставил вас торговать и охранять, мистер Ирак. А вы украли список гостей. Меня нагреть не выйдет. Ио, ты что-то путаешь. Договор был другой. У нас деловое сотрудничество. Твой гость, мой гость. Слушай, давай перетрем на аукцион. Не будьте фредкой, мистер Ирак. Мы таких просто убивали в свое время. Да пошел он в жопу, лепрекон сраный. Чё за фредка? Эй, это хорёк. Хорёк! Что-то надо?
Я не знаю, как попасть в этот бункер. В комнаты тем более. Замки на дверях, и те закодированы. Тот же Артрест, Бедбаг. Он мне поможет. Поможет? С чего бы это вдруг? Уверен, еще одна ошибка, и он получит пулю в лоб. И когда облажается, я это запишу. Шантаж — лучший способ найти союзника.